І ми просто раді представити вам нашого останнього на сьогодні гостя. Це Антон Сліпухін, він музикант. Вітаємо вас. Але черговість, як бачите, визначає те, що ми залишили його... На солодке. На солодке, так. Ти на сьогодні родзинка у величезному порогу, який називається «Ефір п'ятниця». Отож, до тебе перше запитання, мабуть, традиційне, як до будь-якої творчої людини. Коли розпочав взагалі свою творчу кар'єру і коли взагалі захопився музикою? Музикою увлекся, ну так сказать, наверное, с пеленок. Когда-то давным-давно, когда очень плохо себя вел, мама его выселяла ночью спать ко мне в комнату, я его в 5 утра будил песенками, которые я позапоминал с пластинок с детских. А по-серьезному, как бы, то есть я уже сейчас музыкой на данный момент занимаюсь, больше 20 лет я играю на гитаре, больше 10 лет так относительно более-менее профессионально выступаю, катаюсь, организовываю какие-то концерты и тому подобное. А в якому жанрі виступаєте? Який стиль музики? Ми артисти ісключительно рока-вага-вага направлення. Тобто зараз, скажімо так, в Миколаєві, але і Україною також. Бували часи, коли також так їздили. І в Білорусь було діло, і Україною було. 2 або 3 тури у мене по Україні було. Взагалі, якщо перший слухач, скажімо так, слухав те, що ви чули на пластинках, то зараз щось авторське пишете? Чи це в основному якийсь кавер? Ну, у мене зараз... Творческий ступор уже последние года 2. Так вообще, конечно, да, есть материал свой. Была у меня прошлая команда. Мы с ней там, ну, у нас как бы больше 2 часов собственного материала было. Тож можно уже влаштовывать навіть сольні концерты. Это мы уже все проходили. Еще до сольных концертов хотелось бы сказать, что ваши выступы плануются уже ось у п'ятницю, так, и в неделю. Ось, например, в вашей сторінке социальной мережі мы видим, что в п'ятницю о 19:00 бар при галереї на Спасской 45. Вход свободный. Что планується? Есть такое дело. Значит, рассказываю интересную историю. Собралась у нас команда любителей музыки, интервозрастная и интернациональная. Я из Севастополя, мне 29. Барабанщик из Николаева родился в Италии, ему 19, а гитарист из Нью-Джерси, но жил в Нью-Йорке, американец. Ему намного больше, чем нам. И играем старую, добрую, хорошую музыку, то есть там рок классический 60-х, 70-х годов. Вот такое мероприятие и будет. А выступаете в этом складе постоянно, или это так, скажем... Нет, это постоянный состав, уже больше 1,5 лет. А як ви знайшли один одного, тому що дійсно інтернаціонально і інтернікове? Я так розумію, що все життя пов'язане з цікавими історіями, так? Ой, да, это можно рассказывать очень долго. Как нашли друг друга? Ну, есть такое замечательное заведение Рок-Хата, арт-директором которого я являюсь. Ну, и в нем, значит, происходили такие мероприятия, как музыкальные джемы. Собирается куча музыкантов, и все по очереди абсолютно непонятно как влазят на сцену и устраивают общую импровизацию. Вот так, собственно говоря, вот так. Ось так вони і познайомились. Так, і ще ось я бачу, ще є один анонс. Бар «Ковбой» і «Рок-Хата» представляють пляжну вечеринку «Рок в купальниках» 26 числа в 17. Ось мені, як дівчинці, вже цікаво. «Рок у купальниках». Вот, що це таке? Більше хлопчикам має бути цікаво «Рок в купальниках». Это все організовується, так сказати, на добровольних началах музикантами Миколаївськими, тому що народ сидить і... Играть-то, в общем-то, ему негде. Поэтому я периодически устраиваю развлекухи такие, там, раз в месяц. Вытаскиваю аппаратуру куда-нибудь, либо на Каштановый сквер, либо еще куда-то. Собираю всякие молодые и не только николаевские команды и устраиваем движ. Угу. Собственно, вот это вот оно и будет. Вход свободный, 5 часов начала. То есть приедаться может будь кто? Пожалуйста. Але дресс-код есть, как я понимаю. Ну, название обязывает. Так найцікавіше те, що рок в купальниках. Я так розумію, купальники все ж таки дівчата, а хлопцям як бути із дрес-кодом? Нинче огромне кількість купальних костюмів для мужчин є. В тебе є різні варіанти. Діло в тому, що, то есть, наскільки я пам'ятаю на моїй пам'яті, ні разу не устраивалась така пляжна вечеринка в Николаєві взагалі. Може, коли-то було в 90-х, коли ще ми, так сказати, пішком під стол ходили. Але ближайші 10-15 років точно цього не було. Ну і як-то от как-то так. Вирішили трохи завести толпу, так, і показати, що можна в Миколаєві робити і ось таке. Звісно. А взагалі, які плани є іще на майбутнє? Тому що, скажімо так, якщо весь час щось нове з'являється, то, мабуть, і планується щось іще. Зараз у мене грандіозні плани пойти і записати 4 пісні зі своєї прошлої покійної групи. К сожалению, ми розвалились, але гроші на запись були відложені, тому в ближайшее время пойдемо запишемося. Для того, чтобы, как говорится, было что внукам показать. А то, в конце концов, я с прошлой командой, команда называлась ТЧК. Мы выступали на разогреве группы «Назарет», например. А записи у нас нет.
Хотілося б також дізнатися, ось як ви кажете, що записи цього немає. Хотілося б дізнатися для наших телеглядачів, де вони можуть вас почути, окрім ваших виступів. Можливо, є якісь... Так, собственно говоря, живьем-то нужно музыку слушать. Вот, например, в пятницу, например, в воскресенье. Отож, друзі, беріть диктофони, якщо вам захочеться послухати ще після того, як живий виступ уже відбудеться. Є страничка ВКонтакте, групи мої, ну там как бы інформації не очень много. Угу. Тобто, скажімо так, що в планах, знову ж таки, це ще одні з планів, так, записати все ж таки, зробити записи. Хотілося б. Ну, а я пропоную нашим телеглядачам зараз в прямому ефірі, якщо... не вийде вас завітати на цю зустріч і вживу послухати, то в прямому ефірі вживу ми вам презентуємо. Щось зможете зіграти нам? Щось веселе, таке бадьоре? Презент для запросто. Нас, для наших глядачів. То що ми будемо зараз слухати? Зараз ми будемо слухати веселу пісеньку, яка написалась, коли мені було літ 15 чи 16. Ви ж попросили повеселіє. Ну, от да. Повеселіє, це якраз... Можна сказати, Сліпухін ранній. Сліпухін ранній. Люди почему-то люблять. Так... Вчера я лежал и просто смотрел на звезды, а сегодня я выпал в осадок. Вино дало свое, и я не успел открыть свою дверь, чтобы войти в нее. А на полу, раскинув руки, лежит моя мечта. Она полна любви и муки, и никогда больше не встанет она. А я лежу и молча смотрю на небо. Небо играет красками звезд в вышине. И я когда-нибудь утону на дно стакана и утону в красном прозрачном вине. Па-па-па-пара-пара-пара-пару-ром. Па-па-па-пара-пара-пару-ром. Па-па-па-пара-пара-пару-ром. А на часах почти уже полночь. Ты мне сказала: «Ах, я ухожу навсегда!» Еще ты сказала: «Знаешь, ты последняя сволочь!» Но мне все равно, ведь мне наплевать на тебя. И я лежу, раскинув руки, а изо рта льется кипящий сок. Вот он я, полный любви и муки, как в сортире не в тему завядший цветок. Спасибо. Позитиві. Якщо це Сліпухін ранній, такий веселий, то що ж стало причиною потім більш серйозного Сліпухіна? Це ж таки вік? Ну, почему сразу вік? Когда-то было вот так, а потом, как бы, ну, то есть, навыки музыкальные развиваются, становится интереснее писать какую-то более навороченную музыку, какие-то более глубокие тексты, а не просто там тренди-бренди балалайка. Ну, тренді-бренді балалайка нам сподобалося, я думаю. Хотілося б дізнатися, що вас надихає на створення нових пісень, текстів, музики? Да, чесно говоря, непонятно, як це все происходит. То есть последние 5 песен или 6 я пишу сейчас как бы в соавторстве с николаевским поэтом-сказочником Женей Умановым. То есть происходило это как? Я ходил по городу, и какие-то фразочки крылатые в голову влетали, я его в блокнотик, потом мы с ним вместе садились и... распивая, так сказать, допустим, чай, рифмовали это и собирали из этого до кучи песни. То есть там музыка вся моя полностью всегда была. Хотелось бы також... Хоча бы декілька є, хоча бы куплет из цих нових пісень. Щось можна таке експромтом? Криваті фрази миколаївців, скажімо так. Криваті фрази миколаївців? Ну, чесно говоря, сейчас...
Ну, тяжело как-то. Скажімо так, не будемо зранку створювати таку велику проблему для нашого мозку, тому що хочеться відпочивати, дійсно, так? А в мене є питання ще до нашого гостя. І чи ставай в чергу? Ви сказали, що ви є арт-директором Рок-Хата. Хотілося дізнатися, як ви допомагаєте молодим виконавцям, тому що сказали, що ви збираєте народ, як ви допомагаєте їм повірити в себе, вийти на сцену? Да элементарно на самом деле. То есть вот благодаря, допустим, этим же самым джемам, то есть у нас за 2.5 года существования собралось молодых команд где-то, ну, 3 группы точно, и моя в том числе 4-я. То есть приходят там ребятки, допустим, там у нас в мальчонках бегал 16-летний гитарист. Он выходит со взрослыми дядьками, поиграл как-то так, level up сразу. Точно так же вот барабанщик мой, то есть я его знаю, там с 16 лет он тоже приходил на джем и занимался. Сейчас вот есть у меня, мы делали, проводили детский фестиваль, детский рок-фестиваль в городке Сказка. У меня сейчас воспитанники, так сказать, группа и отдельно еще один мальчик. Вот группа 13-14 лет, барабанщик с 12 лет за нами там ходит так аккуратно. Такой уже лось здоровенный вырос. Ми, до речі, так анонсували цей фестиваль, який проходив в дитячому містечку Казка. Ще анонсували, говорили про те, що, скажімо так, заважають Рок-Хаті веселитися ввечері. Ой, що про це можна сказати? Не сип, не соль на рану, не говори на взрыв. В общем, картина как бы следующая. То есть у нас завелся замечательный сосед, но только он не на кланете и трубе играет, а он играет на нервах, да, и на бумажке писульки всякие пишет. Ну вот такая вот картина. На данный момент у нас запрещено проводить концерты, исполком ограничил нам режим работы до 10 вечера. А як же тоді ви все-таки виходите, але ж проходять ваші якісь фестивалі, концерти, виступи? Тобто тепер доводиться до... Лето! Поле не паханное на самом деле, место, где можно поиграть. Лагерное поле, советское каштановый сквер, еще там где-нибудь, парк Петровского можно приехать. Не може раз, это не называется, если мои соседи против, чтобы была музыка, то пойдем до соседей моих друзей. Ну да, почему бы и нет. Але літо може закінчитися, прийде осінь, буде холодно, які плани? Будем решать проблемы по мере их возникновения. Пока что главный наш в Рок-Хате бьется... И пытается как-то решить этот вопрос. То есть мы сделали звукоизоляцию, хотим провести повторные замеры. То есть в одной единственной квартире там было небольшое превышение по замерам. Но это уже как бы... Будем посмотреть, как это будет. Не хотелось бы переезжать с этого места, но посмотрим. А место, скажем так, прикормленное, уже все знают, где собираться. Место встречи изменить не можно. Самое главное, как вы кажете, прикормленное место, это ВКонтакте группа, там, где больше 2000 человек. Ведь они за нами косяками ходят, это же у нас уже 3-е помещение. То есть, скажем так, это уже не вперше, так, трапляется? И не вдруг. Ну что ж, я дивлюсь на наш студийный... У меня еще остальное питание до нашего гостя, просто неможливо залишити это питание. Ви сказали, що навіть маленькі дітки, там 12-13 років, з вами займаються. А чи можуть зараз молоді музиканти, які, можливо, дивляться наш ефір, прийти до вас і сказати, а я також хочу до вас влитися, допоможіть мені? Ваша компанія. Вот вы понимаете, какая проблема. Вот сейчас вот эти вот молодые дети, 13-14 лет, группа, вот, которые победили в этом нашем фестивале и все такое, им негде репетировать, потому что со школы их поперли, а в Рок-Хате репетировать нельзя. И куда ко мне придут другие молодые музыканты? Мне самому негде репетировать, скажем так. Не то, что как бы там остальным. Конечно, без вопросов. То есть, если какая-то группа хочет выступить, и у нас будет все нормально со звуком, с соседями, со всеми делами, просто присылают мне ВКонтакте. Обязательно кусочек видео живой записи, либо с репетицией, либо еще там с чего-то. Если как бы там все в пределах нормы, делается концерт. Тож, можливо, є ідея зібратися всім разом, викупити один великий будинок без сусідів і займатися улюбленою справою. Савіцька, це вже по-іншому називається. Ну, як не для музики. Ну що ж, поки Інна у нас малює тут сценарій до фільмів і концертів, я хотів би наостанок попросити, можливо, ще декілька акордів, якихось веселих, для нас та наших телеглядачів. Щось, можливо, з молодого Сліпухіна ще є? Ой, з молодого Сліпухіна. Зараз будете на мене жалуватися, що я пропагандую алкоголізм і тунеядство. Ну нічого. Світлий день починається с бутылки пива. Хороший день начинается с бутылки пива. Ты открываешь окно, птички поют, все красиво. Красиво. Светлый день начинается с пива.
Хороший день начинается со вкусного завтрака. Плодотворный день начинается с аппетитного завтрака. Но если подруга ушла, хлопнула дверью и сказала пока, не видать тебе аппетитного завтрака. И что теперь делать, ты спросишь у себя. Что я буду делать, На этот вопрос тебе ответят друзья. Заходи, поешь у меня. Почему твои друзья поступают так учтиво? Почему твои друзья ведут себя так учтиво? Да потому что в свое время ты пил с ними пиво. И по-другому будет сделать некрасиво. Блюз пивной бутылки. Это блюз пивной бутылки. Это блюз пивной бутылки. Ось так саме так починається день, скажімо. А у нас бадьорий ранок розпочинається з нового дня, і сьогодні він розпочинався з Віктора Дяченка. І не Савіцької. Ну що ж, у нас ось так був гість, якого ми іще раз раді Антон представити. Антон Сліпухін, музикант, який представив нам свої пісні, дуже веселі. Дякую вам, сподіваємося, що це не остання зустріч в прямому ефірі. Зовіть у гості.